В інтернеті я знайшов кучу картинок тої звірюшки, яка там сидить. І на флешці там ціла папка, присвячена звірюшці. Це зовсім не лев. Це така цікава. Крокодило, не зрозуміло що. Але щось вона не хоче тобі показуватися. З якогось приводу. До речі, з тим, що ми розбирали, все зрозуміло чи що? Ну, що там дуже в общем все. Що в общем? Зрозуміло поки що. З одної сторони в общем, а з іншої сторони в ведах є конкретні визначення, що таке дух, що таке душа, що таке тіло, що таке ще щось і так далі. А в тому тексті, який Анастасія Нових написала, взагалі жах помість всього, чого лише можна було помішати. В ведах такого я ніде не бачив. Лише, може, в якихось текстах, де немає потреби збереження наукової чіткості, де просто треба щось таке сказати. Ну, як я зрозумів, в неї там чітко написано, що на восьмий день на цьому наголошується, що заходить ця душа. Це щось таке там, що ця душа, вона десь існує собі окремо, тіло десь народжується, воно без душі, там нічого нема, воно народжується якось там. Це все дуже туди добре, вселяється душа, що, яка десь окремо там. Що це в її теорії, але тоді виходить, що тут мається на увазі не особистість і не щоденник особистості, а мається на увазі щось незрозуміло що. Ну от що, я просто таке от. А що воно таке? Вияснити, що ж там таке вселяється на восьмий день? На восьмий день вселяється, знову ж таки, в ведах немає якоїсь середньостатистичної такої ідеї. Є конкретно, що в аревичів чакри відкриваються так, так і так, і в залежності від дня, в залежності від часу. Деякі чакри відкриваються в перші дні, деякі тонкі тіла через ці чакри входять в взаємозв'язок з тим, що формується біологічним тілом і так далі. А що вона там має на увазі? Кого це вона взяла? Аревича, Білобожича, Дравіда. Та яка різниця? Там мається на увазі, там чітко написано, що от є там тіло, воно якби, що народжується, там зачинається. Кого? Людина. Слоньонка? Людина, наприклад. А людина якого типу? Людина. Взагалі, як людина ми взагалі. Воно там собі можна робити і аборти, воно якби там щось таке, що його можна викинути, воно не має цінності до восьмого дня, коли туди поселяється ця душа. Ну тоді тут немає пояснення, тобто якщо прийняти цю ідею за концепцію розвитку людського тіла, то тоді взагалі не зрозуміло, за якими параметрами воно розвивається, за якими параметрами визначається, що це буде дівчинка, чи хлопець, чи інвалід, чи здоровий, чи що воно взагалі з цього вийде. А в ведах чітко і ясно зазначається, що спочатку іскра вселяється з тонкими тілами сперматозоїд, разом з ним переходить в тіло матері і там формує своє тіло. От це в мене викликало таке підозри, питання, що ж там таке воно пише про це? Я вважаю, що якихось підозр її в світовій змові, що це щось таке
немає підстав в мене вважати, що вона щось там навмисно плутає. Можливо, вона дійсно зібрала всі уявлення про душу, що в неї є. Якщо в неї нема чітких ведичних знань, що таке душа, то тоді вона збирає, ага, щось там десь сказано, що душа підключається. І, до речі, в текстах різних по чакрах є такі дані, що, наприклад, в залежності від виду, це може чи сердечна чакра, яка пов'язана з душею, чи ще якісь вищі чакри відкриватись. І пояснюється вплив обрізання на невідкриття певних чакр і так далі. А в тому тексті, виходить, що вона все змішала уявлення про дух, про душу, про тонкі тіла, про енергетичні центри і так далі. Ну от зато у Карлоса Кастанеди там є така інформація, що там багато говориться про так званих літунов, таких істот, які дали людям свій ум, заключили так би з людьми такий договор, що вони дають їм свій ум, а взамін там енергетично їдять людей, так би, якби по суті. І то цей літун підключається, я точно я не пам'ятаю, що там у Кастанеди написано. Ну він після народження дитини, якийсь там через якийсь час він входить, підключається, внедряє свою структуру в енергетичну структуру цієї нової істоти. І вже він починає там, ну, захватує, якби, контролювати. Це, от може це вияснити. Це для якої цивілізації він пише? Тому що для ведичної цивілізації таке не треба. Він пише, що всі люди, у всіх що людей всі живуть ці літуни. Наш ум – це встроєне устройство. Отак там таке є. І яке от дозволяє цим істотам поїдати нашу світимість, осознання. Того й люди такі от, ну, тільки це у них осознання, як там пишеться, на уровні стоп десь знаходиться. Воно не росте, бо його об'їдають ці істоти. Якщо припинити це об'їдання, воно починає рости, покриває весь кокон, і людина починає бачити енергію. Ну, я думаю, що це ужас какой-то. Чому? Тому що я читав книжку товариша Піцібрата. Водиться в Росії такий писатель, і він написав, значить, що ізначально, коли наші предки прилетіли, вони пили тільки глюкозу в якомусь там растворі непонятному. И что у них там не было целого ряда современных особенностей человека, и что это потом, когда там была смена власти, очень ужасные существа решили так издеваться над людьми, деформировали человечество. Ну, тоже у него такие же теории буквально. Ну, в ведах по-другому описывается. Описывается, что то, какой структура человека есть, что это божественно, прекрасно, и надо этим пользоваться, это развиваться, а не придумывать никаких глюков. Есть чакры, какие летуны, какие там чупакабры в лунную ночь их откусывают. Никаких. У Кастанеди пишется, что цей летун, він захватывает верхнюю чакру. Все інші чакры людини, вони хорошо мають певні характеристики, характерні для, ну, певну схожість. І тільки одна ця головна чакра, верхня, вона там на макушці десь чи де, точно я не можу ще сказати. Ну, зовсім іншу, не схожа на ту структуру всіх інших чакр. Вона має явний, ті, що це бачать, там, видячі, що вони бачать, що це явно якесь зовнішнє встроєне устройство, не характерне для людей. Ну, це тоді вони взагалі плутають все, що треба і не треба, тому що в ведах описується, що туди встраюється родовий стовп, тобто священний стовп світу, інформації, яка йде нам від наших предків, від богів, в кінці кінців, від Всевишнього. Тому вона і друга. Це встроєне устройство для тунов. Це не встроєне устройство.
это часть строения тела такого, как его создали боги. Потому что все в человеческом теле заточено, чтобы оно работало именно так, как надо. Если бы сейчас сюда встроить какое-то устройство от летунов, это было бы как-то крыво-косое, приблизительно так, как в фантастических фильмах показывают киборгов. Что им, допустим, всобачили куда-то там провода, и они, чуть ли не истекая кровью, ходят с этими торчащими проводами и так далее. Вот когда кто-то начинает ковыряться, или с точки зрения грубой материи, там, ну, буквально провода вставлять, или с точки зрения тонкой материи, это все равно крыво-косо. А как оно, Вселенная, устроено Всевышними Богами, оно прекрасно, божественно, соответствует цифрам, соответствует планетам, соответствует стихиям, явлениям, и никаких глюков нету. Зачем же их придумывать? Просто люди не пользуются своими верхними чакрами, люди пользуются только нижними чакрами. Поэтому, если у них там какие-то паразиты заводятся, ну то есть если просто какую-то из комнат квартиры закрыть и не пользоваться, там паутина заведется. Если у них там какие-то летучие вот эти вот там мыши или кто это такие заводятся, это их проблемы. Поэтому нам надо развивать головную чакру, а может быть даже и не совсем так, как киммерийцы, но около того, то есть без головного отростка, но все равно развивать те верхние чакры, которые над ней есть. Ну, ты как раз там и пишете, у Кастана это еще все религии, все эти религии там святогляди не придумывают эти шлитуны. А что? Вони ж в свій час вони навіть і правили людьми там так. А що він вважає, що люди тупі ізначально повинні, як животне? Хрю-хрю, гав-гав? Ні, не тупі, що у людини є свій ум, але він дуже тихо говорить, а управляя людиной насправді, цей ум літуна зовнішній. Это опять та же самая идея, что есть где-то мы хорошие, а есть какой-то страшный дьявол, который вот нами управляет. И вот мы хорошие, но мы такие тихие, мы такие маленькие, а дьявол огромный, он громкий, и нам с ним не справиться. Манихейство. А коли ж тобі книжку давав? Ну, таку популярну про Кастанеду. Там є розділ про циклітику. Десь в мене ще декілька твоїх книжок лежить в селі, до речі. Ну, все одно, не важно даже, що в книжках про літунов написано, а в відах літуни не описано. Описано, що к грешникам підключаються беси конкретно. Если человек живет как животное, то соответствующий вид бесов подключается, потому что человек не должен жить как животное. Животные, а с эволюционной точки зрения, да, они ниже людей, но в рамках своей ступени они совершенны. Где видно животное какое-то, которое бы ело больше, чем ему надо. Ну, конечно, есть коты, допустим, собаки, которых хозяева закармливают. А в природе, где, допустим, животное, которое будет убивать, когда просто из прихоти, из какой-то там глючности своей, где такое? Нет такого. А люди есть маньяки, чикатилы всякие и прочее. А люди есть, вон, выйти на улицу, какие обжоры там ходят. Ну, тоже и собаки есть такие, что нападают, не знаю, чего. Не согласен с этим. Не согласен. Опять это собаки в рамках человеческого общества, а не отчасти. Потому что они привыкли, что их могут кто-то побить, что может человек как-то обидеть. То есть здесь ряд факторов есть. Кроме того, если изначально собака, как волк, как
та, у которой есть своя территория, то если мы на ее территорию лезем, то она и должна нас покусать. Очень качественно, кстати, чтобы мы не хотели до нее лазить. Поэтому это свойство собаки использовалось в ведической культуре, когда собаку использовали как охранника. А люди что? Люди, получается, что с одной стороны, людьми не управляют инстинкты, не управляют те программы вселенские, которые управляют животными. Человеку дана свобода выбора, дана свобода воли, свобода мысли, полная свобода. И человек вместо этой свободы ограничивает себя только мыслями, что пожрать. И дошло до противоположности изначальной идеи. Если идея питания — это для того, чтобы подпитать свое тело, чтобы оно было сильным, чтобы оно хорошо функционировало, то сейчас ученые чем занимаются? Они думают, как придумать такие виды пищи, чтобы их можно было вагонами есть и не толстеть. То есть, чтобы они не усваивались организмом. А зачем тогда их есть? Ужас. Так вот у Анастасии Нових там, это основная идея, что про свободу воли. На самом деле нет никакой свободы воли. На самом деле есть... Что за глюк? Людина може вибирати між так званим животним началом, це те, що веде в деградації. Опять маніхейство пішло. Духовним началом, це те, що веде в духовний світ. Ці дві волі, вони розповсюджують свої. А де сам чоловік? Де сама лічність? Інформаційні потоки, і людина може тільки між цими направляти свою увагу, або туди, або туди. Якщо вона направляє кудись увагу, то захвачується цим і діє в певному. А де сама лічність? Оця лічність, та, що вибирає між тим і тим, от в неї є деяка воля, щоб... А де вона? Хто вона сама така? Що вона таке? Лічність. Лічність формується. Ага, зараз зацитируєш мені те, що вона там пише. Ну це дійсно так і є. А хто ця лічність? Вона духовна начало. Це нова особистість. Не согласен зовсім. І ті люди, які пам'ятають свої прошлої життя, вони з цим ніколи не согласяться. Потому что привычки, потому что наклонности. Фактически, вот такое вот даже внешнее личностное восприятие мира, оно сохраняется на протяжении десятков жизней. Те же Далай-ламы прекрасно могут узнать свои чётки, которые им были в каких-то прошлых жизнях удобно перебирать. И им в этой жизни удобно эти же чётки перебирать. Ну и куча таких примеров всяких. Более того, я не нашел ни одного, кто бы мог опровергнуть ведические данные. Ну хоть чуть-чуть, хоть... Единственное, что вот, допустим, когда я тексты читал, что вот я могу опровергнуть, можно, допустим, попытаться опровергнуть выводы на основе этих данных, которые делали те или иные священнослужители в тех или иных временах. Вот с этим еще как-то можно что-то делать. Но сами ведические данные, я не нашел даже методологического подхода, который позволял бы хоть как-то к ним так подойти, чтобы их можно было опровергнуть. А тут получается, что вот Кастанеда непонятно, что хочет, какие-то летуны у него ему мешают, но мне они не мешают. И, так сказать... Цей летун, то более руководит второй... Да не дождется. Ты не знаешь про это. Не дождется никакой летун, чтобы ко мне прилететь. Есть ведическое устройство, там, оно четко тебе направляет, ты говоришь по его указилкам. Есть ведический обряд, где сказано, как действовать, если пришел бес и хочет встроить какие-то свои нюансы.
Поэтому, если какой-то такой ритм... Он уже встроился там на 8 дней. Да не дождется. На 8 день уже встроился. Не дождется. В раннем детстве он встроился. Это, во-первых, уже смесь данных от Анастасии Новых с Кастанедой. Я думаю, что может уже вообще какая-то не совсем... Нет, я просто намагаюсь так прояснить ситуацию. Да как же там проясниться, если там одна неясность? В том, что написала Анастасия Новых, да не то, что черт, а любой ногу сломает, если попытается пройтись по этой цепочке смыслов. Что то оно перерождается, и то оно такое, то оно всякое уже. И что оно такое, вообще непонятно. А тут еще Кастанеда с летунами. Еще пятибрата можно присобачить. Пятибрат... С летунами там чітко йде, що ці літуни, вони держать людей. Як люди держать, там, вирощують свійських тварин, тих же курей. Така аналогія проводиться. Люди держать курятники. Так само літуни держать людей в таких так називаємих чоловічниках. Ось ці міста. Вони там їх доять, чи шерсть стрижуть. Ці. Объедают их не тонкие тела, а энергию сознания. И есть более точное описание этого дела, что если человек развивается правильно, то все с ним хорошо, все нормально. Если человек деградирует, он открывает демонам возможность к нему подключаться и им питаться. Соответственно, современные люди кормят демонов, демонов это выгодно, и демоны также помогают современным людям деградировать именно в том направлении, в котором им это выгодно. И они могут там и энергиями питаться, и использовать людей как надо, и даже использовать человеческий разум в своих целях, чтобы познавать человеческим разумом Вселенную, и у кого-то и душу покупать и так далее. Но это же не так, что это вообще везде в природе. Это только у тех, кто деградирует. Это все равно, что мы скажем, вот, есть примеры, что там вот у людей уши, поэтому при изучении строения человеческого тела надо обязательно рассматривать, что вот на голове уши. В данный момент, в нынешнем свете, переважно большинство людских суспільств використовывает цих свійських тварин, для того, щоб ними харчуватись там. Ну, да. Так само, як цих же ж людей, по аналогії, так само і цим спростати. Так, во-первых, таким путем люди даже открывают кармический повод для того, щоб їх могли использовать. Так же ж. Сначала людей приручили, а потом уже люди почали... Нет, людей не могли бы приручить. В курятниках. Они имеют право приручить людей. Это был бы грех у них. Сильными, у бесов. Зачем такое надо? А вот зато они некоторым подсказывали, направляли их, деградируйте, пожалуйста. Так же зачем веды изучать? Вот давайте деградируйте там. Вот подскажем вам, что можно не развиваться, что заповеди это Богу нужны, чтобы вы их исполняли там. А можно не исполнять. Попудать чуть-чуть, и все хорошо. То есть какие здесь в христианстве страшные диверсии? Во-первых, то, что можно там исповедоваться и идти дальше грешить, а тот, кто не погрешил, не покаялся, и зачем тогда вообще жить, тогда получается. А с другой стороны, идея того, что Богу надо, чтобы мы исполняли заповеди. В ведах объясняется, что есть основы духовного развития, которые боги просто как более разумные существа нам посоветовали. А христиане сказали, да нет, это не нам надо, это там Богу какому-то надо. И люди думают, а если это там не мне надо, а Богу какому-то, зачем мне тогда надо? И еще людей приучили, что, допустим, переедать, заниматься бессмысленными сношениями и прочим идиотизмом, что это значит, человек живет для себя таким путем.
А если человек вот развивается, именно разбирается в себе, развивает себя, то это он не для себя. И тогда, конечно, на психологическом уровне, когда человека ставят такой выбор, что выбирай, или ты для себя живешь, или там для философии, для религии, еще для чего-то. И те, кто тупые, они думают, они, я же лучше для себя. А тогда, а что значит для себя? И ему говорят, а для себя это значит переедать, сношаться с кем надо и не надо, там, затуманивать сознание и так далее. Хотя, где же здесь жизнь для себя? Здесь получается жизнь для производителей алкоголя, для производителей мяса, для демонов, которые будут питаться его страданиями и так далее. Если качественно разобраться, то наоборот, тот, который не тратит свое время на весь этот идиотизм, а развивает свое сознание, тот по-настоящему для себя лично живет. Ну что, можем разбирать и навыки тела? Теоретически могли бы, практически не совсем. Текста у меня данного нет. Я его удалил с телефона. Я сегодня планировал по некоторым картинкам пройтись. Но данный план не состоялся ввиду смерти компьютера. Можно зато по нашей священной буквице пройтись. Немного. Что из нее осталось в памяти? Там уже лучше про навлетил, что у тебя в памяти осталось. Ну, в принципе, интересный подход к вопросу. Про навлетело у меня осталось в памяти достаточно данных, но опять же, чтобы не создавать никакие искажения, я предпочитаю рассказывать данные, имея под рукой четкий канон, для того, чтобы не уподобляться каким-то там вот этим непонятным товарищам, которые говорят, ну душа вот это душа, вот душа, она душа, вот это душа, и вот эта душа, она на восьмой день, вот эта душа, и эта душа, и это опять душа. А что она такая, так и не кажется. Поэтому я могу сказать, что навья тело – это тело, которое в нави, потому что оно в нави, оно называется навья тело. А что ж такое навь? Навь? Как? Мы же это разбирали когда-то. Строение сварги. Ну, еще можно разобрать? Можно. Что, важко сказать? Пару слов, что такое навь? Важко сказать, если я это говорил, потому что я надеюсь на запоминание, а не на то, чтобы я постоянно говорил одно и то же. Навь входит в куда? Четыре есть там. Ну, якщо сварга поділена в чотири частини. Ага. Там, де біло Бог, чорнобог, правий і тот. Угу. Де ж там навь? У чорнобога чи що? Так. Ну, що це таке навь? Навь у Чорнобога – це світи, в яких немає матерії в такому проявленні, як вона тут, тому що там іде постійна руйнація. Там руйнація знаходиться на тонкому плані, і оскільки там постійно все розрушається, то там груба матерія не може возникнути. В то же время, если разбираться у Белобога,
то у Білобука там вообще вже все замерзло давним-давно. Крайние миры, вот если сварга, как квадрат мы ее помним, и вот крайние миры Чернобога там в углу, то там материи в нами понимаемом смысле этого слова вообще... Физичной материи там нема, а тонкой материи там... Да, но вот эта тонкая материя находится в состоянии постоянного разрушения. То есть, условно говоря, как? Есть какой-то объект, его разрушили, разрушили, разрушили со всех сторон. Но ведь он как-то, то есть условно, ну как свалка возникла из обломков этого объекта. Потом разрушили эту свалку. Ну, пока рушили свалку, там еще что-то возникло. То есть, откуда же он там возникает? Хотя бы исходя из законов Вселенной, из того, что есть притяжение, есть там закон того, что должны быть какие-то формы и так далее. Эти законы универсальные, они есть. И получается, что там идет постоянное разрушение. И ни одна из форм, которая существует в Нави, в самой крайней Нави, она не поддерживается сколько-нибудь долго, чтобы ее вообще заметить. То есть, допустим, когда дровиды впервые влетели в нашу сварху, они это детально изучали. Летали над Навью, над Правью, над Славью. То есть поднимались в Славь, летали над Мудростью, над Срединными мирами, смотрели, как это все устроено. И зафиксировали, что у Белобога уже не может ничего нового создаваться, потому что там практически уже вся материя и так задействована. И поскольку разрушение практически не происходит, ну в самых крайних мирах вообще не происходит, то единственный способ — это какие-то поиски новых форм объединения этих предметов. То есть, как можно привести пример, что телефон можно объединить с помощью провода с электрической сетью, а, допустим, с помощью информации он объединяется с интернетом, а, допустим, с помощью там еще чего-то, еще с чем-то объединяется и так далее. То есть, на разных уровнях это объединение совершается. И вот в крайних мирах Белобога там идет поиск, какие же еще новые уровни найти, какие же еще новые уровни и способы придумать, чтобы еще что-то объединить, еще что-то создать. Из того, что уже есть, из того, что нельзя разрушить при этом. А у Чернобога наоборот. Там ничего не может существовать, и все постоянно разрушается. И разрушаются обломки того, что разрушено, и как только эти обломки как-то соберутся, они опять разрушаются. Но это там. Мы же это кто все-таки? Как наша местность называется? Где мы в сварге присутствуем? Где? Ну, я же когда-то говорил. Ну, якщо дивитись по цим квадратам, де там десь на стихі цих Білобога і Чорнобога, чи що? Вот. Як я і говорив, що в ведах і написано, що ми — це срединний мир, срединна плоскость. Тому у нас тут проявляються всі сваргачетверці. По чуть-чуть. Прав у нас проявляється тут? А? Ну, що ж таке прав? Законы Вселенной, законы мироздания. А что у Чернобога правильно проявляется? У Нави правильно проявляется? До крайнего измерения Чернобога она, если и доходит, то в очень-очень-очень-очень-очень сокращенном виде. А что у Белобога не проявляется? Также очень-очень. У Белобога ярче, что? Так. А что это у Белобога правильно проявляется? А откуда она там проявится?
Почему в Америке не проявляется Австралия, а в Африке Антарктида? Це ж закони мироздання, то чого не проявляються в Білобога? А какие там еще будут законы, если там уже все создано? Законы нужны для того, чтобы что-то происходило, какое-то взаимодействие. А если все уже есть, какое же там взаимодействие? Там никто и пошевелиться практически не может на материальном уровне. Ну, как они там живут тогда? Ну, это отдельная история. Это отдельная история, это существа, которые склонны к постоянству, которые склонны к другому восприятию мира. Те, что у Чернобога, они там склонны к тому, чтобы разрушать, и их разрушают, и нет никакого ни знания, ни понимания, потому что знание может возникнуть только если идет какой-то процесс накопления каких-то данных, систематизации их и так далее. В то же время и у Белобога как таковые знания развиваться не могут, потому что для знаний нужны какие-то тоже взаимодействия, какие-то эксперименты. То есть тот же Ньютон сидел под яблонькой, увидел, яблоко стукнуло. Ага, так земля ж притягивает. Ну вот, це тоді можна порівняти, що Нагуаль – це світ, це навіть, даже схоже назва, навіть Нагуаль – це то, що там… Є друга здесь параллель, которую… Бог, я. Це чіткі форми, які от форми, і все. Я другую здесь параллель могу найти, что еще в Ведах описывается же Науи и Науэт, которые тоже там ничего не понятно. Ну да. То есть... Да-да. Но только вот в ведических данных и Навь, и все эти понятия, их можно конкретно изучить и понять, как эти данные можно использовать... Да где угодно. Ну, добре. Навь, тоді тіло Наві. Що ж воно, откуда воно взялось у людини? Що воно там у людини є, що воно так впливає? Що це за тіло? Що воно робить? То, що є срез цього міра явний, і от є явне тіло. А есть срез этого мира, навный. Есть тело для того, чтобы там действовать. Действовать, а там же все разрушается. Какое же это тело? Но надо же учитывать, что разрушается это в крайнем измерении Чернобога. Мы же не там живем, мы же живем здесь, в срединном мире. Между Белобогом, Чернобогом, Истанбогом и Числобогом. То есть у нас... Прав есть законы Вселенной, мудрость есть, знание о Вселенной, разрушение есть. И вот если там у него тонкий мир и разрушение, это как единое, одно целое практически,